Так, добрый день, видео на русском. Помните, у меня на прошлой неделе было видео, где мужик лежит на поле, живет там без света, без воды. Вот, решил сегодня и сделал такой, как на русском, пирог пола, да, из разных ненужных материалов. Вот куски пирпанели, вот ненужные доски. Некоторые, конечно, нужные, но что делать, надо человеку дать. Вот, так что, когда был ковид, я ему вагончик построил, 2 на 3, как я там говорил, и у него там мало места, всякий хлам занес он. Вот, ну, что делать, поэтому я сейчас делаю 2,40, и вот эта стенка 4,20, сейчас будет чуть-чуть побольше вагончик ему, да, и будет кровать. Односпальная, у меня есть что отдать ему. Там поставим буршуйку в том углу, в этом углу. А, вот здесь вход. Вот здесь, где я сейчас показываю. Здесь будет вход. Дверь. Тут какие-то дрова. Тут какое-то что-то внутри, какой-то стол. Табуретку поставим. Ну, в общем, чтобы чисто жить. А в том вагончике, который я человеку 2 года назад делал, да, в том вагончике он там всякий хлам занес, и там мало места, и даже нету где спать, нету кровати. Вот, так что начал я этот проект делать, немножко какие-то видео сейчас снимаю, и потихонечку, когда буду продолжать там пол стелить и стены поднимать, тогда сделаю еще видео и все буду вам показывать, как я делаю.